И к науке. В Сургутском государственном университете прошла 17-я конференция имени первого ректора университета Георгия Назина. Со своими научными докладами выступили около 600 студентов со всех академических институтов. Для выпускников это еще одна возможность проверить свои силы перед дипломной работой. А лучшие проекты будут опубликованы в сборнике научных трудов. С недавнего времени его можно посмотреть не только в университетской библиотеке, но и в интернете. У студентов появляется возможность апробировать свои научно-исследовательские результаты, те, которые они получают во время выполнения курсовых работ, дипломных работ. Они учатся представлять результаты, учатся общаться на конференциях, докладывать, задавать вопросы. Это такой вот неоценимый опыт.